Заболевание легче предупредить, чем лечить. В городском округе Люберцы проходит вакцинация против гриппа. Сделать прививку можно во всех поликлиниках округа, а также в выездных мобильных пунктах. Подробности смотрите в сюжете. Давление 125 на 80. Как у космонавта. Так оценивает состояние своего здоровья Татьяна Кудрявцева. В медицинской карточке женщины нет ни одной записи о том, что она болела гриппом. Это благодаря регулярной вакцинации, уверена жительница Люберец. Я вообще прививаюсь с 1957 года. Нас еще прививали в детстве, в школе прививали, пирки делали. И мы никогда не болели. Я стараюсь почаще прививаться, чтобы всю зиму ходить бодрой и здоровой, и не болеть. Сейчас, когда сезонным гриппом соседствует COVID-19, тема вакцинации особенно актуальна. Чтобы надежно защитить свой организм, врачи советуют сделать две прививки и от гриппа, и от коронавируса. Но между походами в поликлинику должен быть интервал 30 дней. Поскольку грипп вирусное заболевание и вирусы обладают способностью к мутации, значит, создаются вакцины с учетом вот изменчивости гриппа. Существуют вакцины в настоящее время «Флюэм» и «Гриппол». Вакцины трехкомпонентные. Сделать прививку от гриппа можно во всех поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы без предварительной записи. В будни кабинеты вакцинации открыты с 8 утра до 8 вечера, в субботу с 9 до 15:00. Для удобства жителей в городском округе работают мобильные пункты. Ознакомиться с графиком выездной прививочной службы можно на официальном сайте Люберецкой областной больницы и в социальных сетях. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.